Эй, салют, народ, с вами Елисей, и на недавнем стриме мне прилетел челлендж от зрителя под кодовым названием «Ключ всевластия». Хз, почему я его так назвал. К челленджу я добавил немного лора. Итак, переходим к сути челленджа. Эйсу внезапно понадобился тот самый ключ, а именно ключ скелета с редкими аддонами, который для него должна найти в игре Клоуди, используя определенный билд, а именно мародерское чутье, которое подсвечивает все сундуки на карте в радиусе 32 метров и позволяет достать более редкий предмет. Вторым перком идет изучение, оно позволяет лутать 3 сундука повторно. Третьим навыком обязательно должен был быть перк «Без сожаления», который на всю игру накладывает на нас эффект ослабления. То есть мы всю игру бегаем ранеными. И последним умением идет туз в рукаве, с помощью которого, лутая сундуки, у нас появляется шанс достать предмет с редкими и очень редкими аддонами. Ключ можно выносить фрагментами. То есть не обязательно, чтобы нам попался ключ сразу двумя аддонами. Мы можем по крупицам его собирать. Главное — вытащить именно все фрагменты. В процессе сбора ключа Клоуди нельзя погибать, иначе все начинаем сначала. После того, как Клоуди соберет ключик, она должна будет передать его курьеру Адаму, который в свою очередь также должен будет выжить. И в следующей игре он должен будет передать ключик заказчику, то бишь Эйсу, который в свою очередь также обязан выжить. Перед тем, как мы начнем, напоминаю всем моим зрителям о том, что вы все знаете, какие сейчас времена настигли нас всех. Куча санкций, повсюду все блокируют. И прошел слушок о возможной блокировке Ютуба с 1 мая. Так что напоминаю, я веду трансляции параллельно на площадке Трова. Ссылка в описании. Туда перешла уже основная масса стримеров Твича. Так что заходи и не теряйся. Ну а мы начинаем. Давай с первого раза сейчас. Конечно. Не стал продавать эту палетку. Коль, да пощади ты меня, ну ёпта, мне лутать. Ты, блядь, видел, сколько у меня работы, блядь. Коля. Коля, посмотри, сколько нелутанного говнеца здесь валяется. Коля. Коля, остановись! Коля что-то шары долбит, кажется. Коленька, пожалуйста, блядь, сколько всего, а? Коля, сколько всего? Ключ. Скелет есть! Все, играем. Опа. Я же тебе говорю... С янтарем. А я не зря. Все, хватит мне этого. Останется вообще там вот эта побрякушка, блядь, одна нахуй в колечко стоит. Короче, один аддон остался. Ребят, ну на Ед активейт. Слушай, Коля вообще респект, он нас даже и не трогал. Ну так вначале побегали немного. Жетончик. Побыстрее, хотелось бы, конечно, найти. Да ёп. Все, ключик. Конечно. Робертос, привет. Ты нашла что-то или что? Да ну как ты так меня издеваешь? Ты рушишь. Хорош, встал, стояк. Да хорош, не надо мне это все. Нет, ребят, это пиздец. Будет лежать бутылочка. Каждым открыванием сундука все меньше и меньше шансов. Есть! Все, уходим. Красавцы, уходим. У нас есть ключ всевластия. Мы его собрали. О, хорошо, Люцифер, блядь. Давай, передавай мне, что у тебя есть. Стелси, я не знаю. Как хочешь, что делай. Твою ж дивизию, блядь. Как, блядь? Ой, начало-то какое хорошее, а? Все, Люцифер, блядь. Улетел нахуй. Улетел. Я ее бакану. Так наивненько, блядь. Наивненько так. Ребят, чините. Люцифер где-то был справа. Фундукач. Сука, я быстро умру, ребят. Я быстро умру. Один генератор. Хорош. И у нас готово. Два генератора остается. Самое главное, чтобы не на меня. Это очень важный генератор сейчас. Спасать нужно. Люд, спасай. Даже если ты повисишь один разок, нормально все. Ёб твою мать, блядь. Она за мной пойдет. Ей нужен я. Это будет минус один. Я ушел. Ребята, просто просидите.
У генераторов рядом не тусуйтесь. Хуй тебе. Ребята, там 90, блядь. Баланс, блядь. Там чинится. Могу. Давай сюда! Я могу ее отогнать, я туда побегу. Люцифер! Не рискуй вообще, наед может быть, я открываю ворота. Ворота Б3, блядь, справа. Я их открываю, ты не вылази пока. Наед может быть. Фундука продаем. Будь здесь, рядышком, не вылази. Тебе нужно жить максимально. Фундук спасли. Но продаем в том случае, если так-то нормально. Спасем, конечно. Уже не спасем. Уходи в ворота, ради бога. Люц, просто уйди, 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 уйди. Все, убегай. Передашь Эйсу. Посмертный хрип. Эйсу, передай мой ключ. Скажи, он имеет большую ценность. Ай, бля. Эйс, ну это должно быть красиво. Реальный пацан. Разбирается в мемах и хайповой моде. Ищет горячую чику постарше. Самым топовым билдом никого не боя... Я, блядь, сдохну, если... Вот будет обидно сейчас просрать. Не каркай даже, я об этом не думаю. Мы просто сейчас максимально вырвем победу. Духом не падаем. Вообще плевать на это мементо, ребят. Пусть попробует выполнить это мементо. Люц, давай сразу. Внедряй. У нас... А, ребята, центр. Я даже не буду бояться. Центр. Чиним центр. Порча есть? Нет. Гениально будет сейчас просрать, блядь, с кассетой в руках. Ребят, я пошел. Очко жим-жим. Ведь не за мной. Люц. Люц. Легчайшее. Не твой уровень, дорогой. Я знаю, что будет в конце. Я не я, если это не сделаю. Ребята, в конце уходите все. Даже если будет наед, я пойду и жену, и уйду в люк. У нее Франклин? У нее Франклин? Мне нельзя просрать ключ! Ключ! Забрать ключ! Я с тобой не вожусь, я обиделся. Сука. Ребята, ключ, где я упал. Фундук, храни его. Просто храни. Катра. Ребят, все, что от вас сейчас требуется, чинить максимальный генератор. В лачуге встречаемся на передаче ключа, как починить что-то. Хорош. Келлендж, готовь. Наеды нет, Келлендж. Готовь. Мани, 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 мани. О, фундук, блядь. Хана фундуку. Хана фундуку. Уходи. Я справлюсь. Уходите все. Уходите все по возможности. Мясник, все уходите. Уходите все. Давай, 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 давай. Мясника нужно выручить. Ребята, анальный смотритель может быть! Я ушел! В пизду эти выебоны! Я ушел! Я сейчас так мог наебаться.
Может, попробуешь поднять? Тебя сожрет, блядь, нахуй ты! Блядь! Палку, палку, давай! Да. Да. Все. Челлендж «Шнырь-курьер 80-го уровня» официально считается выполненным. Выполненным. А, она бы уже повесила. Фундук встал. Фундук встал. Встал, встал и пошел на ускорение! Дай хит ему! Где у тебя? Где у тебя, блин? Красиво. Помянем. Всем, кто помогал, ребят, большущий респект. Без вас бы, я думаю, у меня бы это точно не получилось с рандомами. Была крутая история. Вы настоящие герои. Умер за ваши грехи. Ух, неплохой вышел челлендж. Как по мне, он стоит как минимум лайка. И подписывайся на канал, если тебе понравилось. Оставляй комментарии, что ты думаешь по поводу таких занимательных челленджей в игре Dead by Daylight. Как по мне, это вышло здорово. Ну а с вами был Елисей. Всем добра, бабла и позитива. Пока.